Акция «Дни открытых дверей» проходит во всех налоговых службах Российской Федерации. 23 марта любой желающий может узнать информацию по процедуре заполнения декларации оплаты НДФЛ, а также подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для получения консультации специалистов налоговой службы необходимо прийти в само государственное учреждение 23 марта. С 9 часов утра до 8 часов вечера по всей России будет проходить День открытых дверей Федеральной налоговой службы. Специалисты помогут решить вопросы, касающиеся заполнения и сроков подачи налоговых деклараций, разъяснят порядок и уплату НДФЛ, а также проинформируют граждан о наличии или отсутствии задолженности. Помимо этого, каждый гражданин сможет пройти регистрацию в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц. По информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Декларацию о доходах обязаны подать следующие категории плательщиков. Индивидуальные предприниматели, за исключением тех индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы, такие как УСН, ЕНВД, ЕСХН, частные нотариусы и адвокаты, люди, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр. Помимо того, обязательное представление декларации независимо от суммы дохода предусмотрено для плательщиков, которые получили доходы от сдачи в аренду имущества. Декларация о доходах также обязаны подать граждане, получившие доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности менее 3 лет. Неважно, автомобиль это земельный участок, либо прочее недвижимое имущество, дома, гаражи, дачи и так далее. Сдать декларацию о доходах следует в налоговую инспекцию по месту регистрации физического лица либо индивидуального предпринимателя до 3 мая 2018 года.